с вами сегодня, как всегда, Вася. И сегодня у нас это пятая часть, то есть четвертая часть выживания на чанках. Да. То ходит, как я стрельну с пистолета в телефон, то пишите в комментах. У меня есть разбитый тел, который мне уже не нужен, думаю. В общем, но он уже ни капли не работает. Он работал где-то 2 года назад последний раз. Сири. Тумовой. О. Чабум. Вот. Эльдо протект. Валим! Хотя вы не знали, как? Что когда этот, когда зомби падает в воду и задыхается, он превращается в утопленника. Это одна из фишек Майна. Я в камне застрял. Посмотри на меня. Блин, у меня проблемы пошли. Зажигла чубового, блин. Корова! Корова умерла. В общем, давайте сегодня отправимся в шахту. Мне вот сюда. Я думаю, сейчас. Нахай вообще думал. Чинчика. Ползу. Ползунник. Вот он. Если я бы за лазурит бы тут побыл. Сука. Ладно. Потом пойдем в опасный мир. Но для этого понадобится нам щиты. Че надо устроить, забирай. Ну, для победы нам не понадобится. Слежь. Возвращаемся. Да, конечно. Звуки Майнкрафта такие. Первый пошел. Вот сама. Так,
нашим. Самое лучшее луты. От меня джибелись. Дима. Ок. Это поменяю мне на кусочек железа. Самое золотое яблочко. Давайте сделаем получше лук. Что-то было. Теперь погнали отсюда. Да, конечно. Сейчас мы... Вылезли. Ну, подумаем, что бы поделать. Иди отсюда, корова. Чтоб все не хватит. А давайте сделаем землю. Вот покопаем земли. Ой. Делаем тайный. Проход. Ну. Я никогда на него внимания не обращаю. Аиля. Кто это сделал? О, заживем мы сейчас. Заживем! Так. Оп. Тут все сгорело. Только не до дома. Только не дом, только не дом. Только пацаны не дом. Без дома. Только не дом. Только не дом. Все, я радикальный мир. Пацаны, так лагают. Блин, извините. Пацаны, извините. Сейчас камера у меня... А, все. Сейчас будет радикальные меры приним. Я мэр, я должен принимать... Ради! Это первый раз, когда у меня просто... ...кает мой дом. У нас уже все приплыли на наше событие. А только не... Блин, а... Где мне буду жить? Ладно, в подвале. Как это потом еще все убирать? Да откуда там еще страсти торгов? Посвящаю открытие этого дома. Водяная жемчужина. Давайте это все откачивать теперь. Да, конечно. Занятие скучное. Но. Оп. Оп. Да.
общем, короче, будем жить в таком вот доме. Ну и что, что он такой, такой разваленный? Пацан, дай им малочку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, пока. Спасибо за доилку. Как мы создадим легендарный. Кирку алмазную. Алмаз. Легендарка. Сегодня я буду, как говорится, работать шахтером. Есть каменные вещи и алмаз. Во-первых, я сегодня буду рубить грязь. Мне она нужна, чтобы строиться. О! Ну или это все-таки тетя? Все-таки такой девочка. А-а-а! Мою шахту топят. А, блин, надо вылезать отсюда. Да, конечно, с происшествием, с пожаром. Все тут уже полыхали. Гори, все там просто. В прошедшем пожаре там все просто, там все просто распламеняло. Как хорошо, что у меня рядом вот такая. Кстати, еще буду сносить этот лук. Ну, я не знаю вообще, что делать, но с прошедшим пожаром, да. Я не знаю, что, конечно, в следующем делать. Блин, так лагает. Искренне извиняюсь, что так лагает. Да, ну... Зато часто выходит. Не раз 6 лет, как у моего друга было. То он 6 лет не... А то есть все у меня... У меня проблема. Земельку накопера. Накопова. И мы земельку. Ну, одинокая статуя. Сейчас будем делать могилу. Лучше моя бабушка умерла, не он. Всего лишь что-то. Год назад. Даже она умерла. Да, в прошлом году. То есть в этом. Или в ну, да. И где-то у меня тут была табличка. А давайте тогда поднимемся сейчас. Зайдем сюда и сбросим все блоки, я сюда буду складывать. Все самое ценное вот. Вот одни элитовые себе. Я вот это вот уберу. Это оставлю. Уберу, это уберу, это оставлю. Ну, не-не-не. Это мы поставим к могиле. Давайте.
принципе, будет вот так. И цветочек. Чтобы было лучше. Короче, вот как он? Ну, нормально. Космический корабль. Амон Асов. Бежим, вода восстания Амон Аса. Блин. Посмотрим на закат. Ставим мой первый камень. Пойдем домой. О, прям тут. Нас культуры. Как бы какой-нибудь айдек отправится вот туда, вот, вот на тот. Айдек, смотрите. Я знаю, как этот мир пройти, но для этого. В общем, я вам покажу. Да, вот, конечно, жителей стало чрезвычайно мало. Так для этого придется на чердак подниматься. И чердак хотя бы у меня не сгорел. Если вы помните наше настроение. Ну вот. Ну, у меня крыша подскакивает. Один, два, три, четыре, пять роста. Это нам не надо, потому что это вторую кладку оставим. Мой любимый блок. Урили. Прикладка, темное дерево. АМГ, АМГ. Где намакан мне? Ладно, пойду поставлю цветочки. Если мне они не нужны. Летим ноги. Еще поставлю. Материнский. Во, вот так будет. Ну, не знаю. Скажи, до завтра, не знаю. Вообще, видосик будет достаточно сегодня длинненький. Ладно, блядь. Погнали, это мой... Не знаю, Турали Тупович. Ладно, давайте... подвох этого мира. Ну, блин. Вот в борьбе с криперами моя полностью отрубила. Видите? И тут вот так вот, что за Майн Ворлд вон эта штучка. Только нам надо идти туда. Похоже, вот на этом мире в подвох в другом, что она где-то вдруг. Ну, зачем рисковать, так что... Погнали! Да.
знаю, почему. Если все блок меня услышит, физика тут заработает, я умру. Так, этого хватает пока. Давайте дальше. Земля. Вот земля, мне кажется, как грубой стала. Ну как же без этого? Поесть. О, свинина моя любимая. Ну, я по жизни люблю свининку. Я вообще не знаю, что делать. Я вообще не знаю. Ну вот, если у вас есть красная кнопочка подписаться, просто делайте ее. Вот так, смотрите. Пим. Пим. Вот смотрите, вот так. Пим. Пим. Чтобы она была красной, а топор я вот так вот сделал, чтобы она была серой, как железный мой топор. Правда, больше не будет. Не знаю, мы уже 22 минуты снимаем, вообще много. Ну вот докопаем сегодня, да. О, вообще крутяк. Там немножечко. Так. У меня появилась идея строиться меньше. Гадить эту красивую наклеечку. Что я, знаете? Ну, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Короче, смотрите. Всем пока! Давай посмотрим, как это летит. И всем пока!